Здравствуйте, это КХЛ «Подробно» на телеканале КХЛ ТВ. Мы продолжаем вместе с вами ждать начала финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина между Акбарсом и СКА. И сегодня имеем возможность поговорить об обеих этих командах. Меня зовут Андрей Юртаев, вместе со мной здесь в студии Александр Байков. Здравствуйте. Сильные и слабые стороны команд в предыдущих сериях. 6 сухарей Нильсона и исторический камбэк СКА. И у нас 2 дня до финала есть возможность поговорить об этом в преддверии важнейшего события сезона. Да, Саш, ну главный вопрос тебе, вот на твой взгляд, есть что-то, что объединяет обе команды? То есть вот мы смотрим на них и понимаем, что вот это как раз вот то, почему они стали финалистами, и это у них общее. Безусловно. Здесь есть и индивидуальное мастерство, и тактическая обученность, и вариативность. А также стрессоустойчивость, что, безусловно, важно в играх повышенной сложности и повышенного нервного напряжения. Идеальный контакт с тренер команды, да, поскольку все свои мысли необходимо правильно донести, и важна реакция команды, быстрая реакция команды на то, что уже отработано в ходе регулярного сезона. Но и отменная физическая подготовка, на мой взгляд, это тоже отличительная черта обеих команд, поскольку все это невозможно выполнить, не имея должных кондиций и в единоборствах, и в том же розыгрыше большинства, и во всех моментах, которые ежесекундно возникают на поле. Давайте попробуем выделить некоторые моменты, некоторые стороны каждой из этих команд, и что касается слабых, и что касается сильных сторон. Ну и когда мы говорим о СКА, то, наверное, в первую очередь в глаза бросается то, сколько забивают армейцы Снежинки, поскольку они являются самой результативной командой этого плей-офф. 17 матчей, 49 заброшенных шайб. Ну, кто-то скажет, может быть, они сыграли больше, чем все остальные. Но посмотрите на количество шайб в среднем за одну игру. И по этому показателю именно СКА является лидером в нынешнем плей-офф. При том, что Акбарс, вот мы видим, даже не попадает в первую пятерку. Хотя здесь такой довольно плотный показатель по этому компоненту. Ну, стоит заметить, что 33 гола забиты в равных составах. И все остальные из 49 забиты в игре в большинстве. Ну и когда мы говорим о СКА, о атакующих действиях СКА, то, естественно, мы, наверное, должны еще и говорить в первую очередь о том индивидуальном мастерстве, которым обладают армейские хоккеисты. И мы говорим не только о тех, кто играет в первом звене. Вот, например, гол в матче в овертайме. И Илья Кобылков, смотрите, какую передачу отдает. Нестандартные действия – это как раз отличительная особенность игроков высокого уровня. Увидеть в этом моменте на позиции Каблукова, который отдавал в решающем матче эту передачу на Торресона. Да, вот такие моменты не во многом, а отчасти решали исходы этих встреч. Да, ну или, например, Артемий Панарин. Мы видим, как он своими действиями обыгрывает защитника у борта, смещается в центр зоны, собирает вокруг себя всю пятерку московского «Динамо», еще в серии с московским «Динамо», и отправляет шайбу в цель. На этих примерах мы хотим показать высокий индивидуальный уровень исполнительского мастерства. Ну и самое главное, еще и коллективные взаимодействия, потому что, да, индивидуальными действиями, но смотрите, как они взаимодействуют между собой. Безусловно, это так. Ты хочешь сказать, что таких задач перед Акбарсом мало кто ставил, да? Вот имея в своем составе. Я пока вот в первую очередь хочу сказать о том, насколько классно. Мы, может быть, стали забывать об этом иногда, да, говоря там дисциплина, недисциплина, там еще какие-то вещи, глубина состава, о том, что насколько классные люди, непосредственно каждый сам по себе, с точки зрения индивидуального мастерства собранных в СКА. Безусловно, очень много, большое количество мастеров собранных в СКА. Их взаимодействие безупречно, особенно в звене Шипачева, да, если мы говорим о виртуозности, о каких-то ярких, красивых комбинациях, в том числе и в реализации большинства. И самое важное, что в ключевые моменты матча ребята проявляют вот как раз самые лучшие свои качества. Ряд примеров мы показали. Были и другие, безусловно, но в СКА действительно собраны игроки высокого уровня. А на твой взгляд, в чем секрет, когда несколько очень ярких, индивидуальных, сильных мастеров собраны в одной команде? Там же, ну, понятно, у каждого, наверное, есть желание перетащить одеяло на себя. Но мы видим, что, в общем-то, в СКА удается каким-то образом их использовать с максимальной эффективностью. Но здесь большая
большая задача тренерского состава и в ходе регулярного сезона, когда и определяются роли, да, и ставятся задачи перед каждыми ролями, да, и перед каждыми звеньями. Здесь очень важно как раз, как тренеры подойдут к этому моменту внутреннего управления, внутренних объяснений задач каждому отдельному игроку. В этом смысле в СКА четко все поделено по ролям, ну, настолько же, как и в Ак-Барсе, безусловно. Игроки очень внимательно и правильно относятся к тем заданиям, которые получают. Особенно хочу заметить с точки зрения дисциплины, да, то, что мы увидели относительно регулярного сезона и плей-офф, да, в СКА это очень, очень было заметно, не то что контрастно, но заметно по ходу этого плей-офф от серии к серии СКА добавлял в дисциплине, и это позволило команде совершить сумасшедший камбэк. Да, действительно, СКА добавлял в дисциплине, но тем не менее, если говорить о каких-то слабых моментах, которые существуют в команде, о слабой стороне СКА, то, возможно, этой слабой стороной является количество удалений, которые получают питерские армейцы. Мы сейчас не говорим о количестве штрафного времени, а количество непосредственно самих удалений. Видим, что СКА занимает второе место, опять же, в этом плей-офф по количеству двухминутных штрафов, которые получила команда. Ну, здесь в этом смысле я вижу не одно объяснение, да, а попробую донести мысль. И «Торпеда», и «Динамо», и ЦСКА. При этом, вот, кстати, обращаю внимание, да, что вот удаления, они вот иногда и вот такие, вот тот скандальный эпизод с Ковальчуком и Радуловым. Были и такие, были и оправданные удаления, были удаления в единоборствах на усталости, поскольку и «Торпеда», и «Динамо», и ЦСКА играли в агрессивный хоккей со СКА, да, уступая им в индивидуальном мастерстве во многом, да, пытались отнимать и время, и пространство, соответственно, навязывая единоборство. Это утомляло и защитников, поэтому не так свежи они были и в единоборствах. Да. Вопрос, насколько Ак-Барс будет действовать в той же манере, и может ввиду этого уменьшится или увеличится количество удалений. Здесь вопрос, конечно же, того тактического рисунка и той аккуратности игры в обороне, да, и в единоборствах, скорее, личных, да. Но вот на твой взгляд, то количество штрафа, которое получает СКА, это может стать проблемой для команды, учитывая то, что команда, в общем-то, до финала дошла, несмотря на эти удаления? Ну, их эффективность игра в меньшинстве на высоком уровне, поэтому в любом случае удаление, каждое удаление сказывается на команде. Их большое количество команду утомляет и не позволяет реализовывать там атакующий потенциал в полной мере. Поэтому, безусловно, на этом будут сакцентированы каждый тренерский состав команды, давая задание на матч. Это об этом и знают и сами игроки. Но здесь очень важный момент, насколько другая команда, насколько соперник заставит тебя удаляться, насколько соперник будет чаще играть в твоей зоне, насколько ты ему не позволишь это сделать, переводя и забирая инициативу, владея шайбой. Поэтому здесь вопрос уже... Мы сейчас рассуждаем о тех сериях, которые позади, и слабых, и сильных чертах, которые были у команд. А сейчас у команд будут новые задачи, и они друг перед другом ставят будут новые задачи. Соответственно, вылезут или новые огрехи, или новые яркие качества. Ну да, возможно. Но с другой стороны, вот так пытаюсь прогнозировать, Ак-Барс это та команда, которая может заставить СКА собирать удаление? Теоретически, да. Ак-Барс очень хорошо. На практике? На практике посмотрим. Сейчас мы не можем сказать. Да, мы поэтому можем только в теории. Да, Ак-Барс может заставить удаляться, поскольку Ак-Барс очень хорош в позиционной атаке. То есть они умеют и контролировать шайбу, и выигрывать единоборство, и забирать подборы. Ну, соответственно, заставляя больше времени обороняться. Поэтому именно в такие ситуации, как правило, чаще всего, да, и совершаются ошибки. Поэтому в этом смысле я скажу, что Ак-Барс та команда, которая может заставить СКА удаляться чаще. Ну вот заговорили о сильных сторонах в стане Ак-Барса, да, давайте и продолжим на эту тему. Много очень разговоров было сейчас, особенно по ходу финала конференции, ну и чуть раньше, что Ак-Барс играет в такой
скучный, иногда слишком оборонительный хоккей, вот то, что называется словом «откат». И действительно, если мы посмотрим на, опять же, статистику, то видим, что Акбар действительно команда с великолепной игрой в обороне. И это команда, которая меньше всего пропускает в этом плей-офф. И это касается количества шайб, и опять же, это количество касается среднего показателя по шайбам за игру, чтобы вот как-то сравнивать их с командами, которые провели другое количество матчей. И обращаем внимание на количество сухарей, которые совершил в первую очередь Андерс Нильсен. И, соответственно, весь Акбарс 6 раз за 15 матчей, то есть больше трети. Фантастическая работа, да, команда играет на 0. Обороны. Да, вот к этому вопросу, если мы подходим, насколько важна здесь роль, в первую очередь, вратаря в том, что Акбарс играет на ноль, а Акбарс очень мало пропускает. Безусловно, роль вратаря важна. Но я к тому, что это в первую очередь вратарь, или это... Нет, на мой взгляд, система игры. Это все вместе, да? И вратарь, который играет на очень высоком уровне, и в те моменты, когда не справляется оборона, да, и есть ошибки в действиях в обороне, то вратарь, не раз мы видели, подчищал эти моменты, и выручая в ключевые отрезки матчей. Без этого не выходит в финал, не берут кубки. Но я бы отметил большую роль в общекомандных действиях, поскольку оборона, она начинается еще в зоне атаки при потере шайбы. А Барс очень четко выстраивает ее и цепляет за шайбу, и затрудняя атаку для выхода из зоны соперника. Это отнимает силы, заставляет несколько раз раскатываться, да, соответственно, оставляя меньше сил уже на проведение самой атаки. Если ты приходишь в зону атаки уже потрепанным, да, уставшим, это, ну, снижает эффективность самой атаки. Да? В этом смысле Акбарс — та команда, которая может хорошенько потрепать соперника, прежде чем он заберется в зону. Здесь бы я бы отметил и среднюю зону, в которой Акбарс тоже цепок. По-разному варьирует он среднюю зону. То сдвигая ее ближе, то красной линии, то сдвигая... Ну, вот мы вчера ведь здесь разговаривали с Игорем Ажигановым, который говорил, что после счета 2-0 там, в первом матче серии, Акбарс за красную линию вообще не переходил. То есть оборона Акбарса, она построена на количестве возле своей синей линии, или все-таки это какой-то качественный другой подход? Я бы не стал что именно акцентировать внимание, что на своей синей линии. Вот эта оборона в средней зоне, она строится, может, ближе к ближней синей линии выстраиваться, да, и плотность. Смотря чего хочет добиться соперник, затруднив вход в зону, либо загнав атаку на фланг, пытаясь создать предпосылки для контратак. То есть Акбарс этим искусно владеет, чувствуя момент, как и исходя из того задания, исходя из того счета, который в данный момент на табло, Акбарс может варьировать, перенося эту и делая цепкой среднюю зону. Ну, оборона — это самая сильная сторона Акбарса? Ну, одна из сильных сторон Акбарса, плюс опыт кубковых матчей. Это, безусловно, то, что не купишь в магазине, а приходит только с победами. В Акбарсе очень большое количество игроков, которые выигрывали кубок, и знают путь, и знают цену. Но про сильные стороны я бы отметил и опытный тренерский штаб. Ну, здесь все сравнимо, да, здесь все сравнимо. Да, но тем не менее, несмотря на то, что Акбарс играет в финале, у команды много сильных качеств, есть все-таки и те вещи, над которыми еще стоит работать. И здесь мы в первую очередь обращаем внимание на реализацию большинства. И вот как играл Акбарс в большинстве в нынешнем плей-офф. Среди финалистов конференции Акбарс занимает последнее 4-е место среди тех команд, которые составили лучшую четверку этого плей-офф. Акбарс в большинстве играл хуже всего, 13,2 показатель реализации, при том, что мы понимаем, что, ну, наверное, тот же СКА на своем пути встретил более серьезных соперников, чем Акбарс. Автомобилист, Авангард, да, и Сибирь были. Это, конечно, так условно, с одной стороны, но с другой стороны... Тем не менее, достаточно шансов было для того, чтобы иметь такую возможность и забивать чаще. Но Акбарс забивал по полгола, да, если мы берем, по полгола за игру. И вот почему? Ну, ответить на этот вопрос почему, наверное, ну, так однозначно я не смогу, но попытаюсь объяснить. То есть расстановка Акбарса, она классический вариант. Мы видим, где
Вся пятерка располагается. Вся пятерка располагается конвертом, так называемым. Да? То есть есть вот, вариации розыгрыша, передача, бросок. Да? То есть здесь несколько вариантов. Есть передача сюда с выездом на пятак. Есть вариант разыгрывать сюда. То есть в этой схеме есть и подключение защитника. Вот в эту точку, создавая, поднимая здесь, да, создавая вот, вот такую диагональ. То есть здесь эта схема, она универсальна и зависит от подвижности игроков. Не всегда подвижность всей пятерки Акбарса, она синхронна настолько, чтобы заставить четверку меньшинства допускать ошибки. И четверки и блокируют броски, да, поскольку ну, в данном случае... Рано, наверное, я остановил эту всю историю, да? Ну ладно, в любом случае, вы видели, что это большинство ни к чему не привело. Это большинство не привело, но квадрат вот с такой расстановкой, если она не настолько подвижна, квадрат справляется и блокирует броски, подчищая тем самым подворотом. Да, ну вот еще один вариант, мы видим как раз... вариант, когда два защитника на синей линии, и мы видим игрока под воротами, мы видим игрока, который чуть на вершине. Его задача вступать в подборы, да, вот в этих точках. Но и игрок, который накатывает на отскочившие шайбы также. То есть тоже стандартная схема. И в такой схеме, но это не было загадкой для Сибири, которая здорово защитниками подбирала шайбы и выбрасывала Акбарс из зоны. Но эта схема дает, во-первых, защитники, не включаясь в атаку, ну, снижают риск подключения. Быть может, это есть одно отчасти задание тренера, да, и делать акцент на броски и на подборы, на подправление, на экранирование пространства перед вратарем. Есть всегда возможность пропустить контратаку, и, возможно, Беллединов даже в таком моменте перестраховывается, да, оставляя привязанными защитником ближе к синей линии, ну, с моментом лишь, когда мы видели вот, в этом конверте, да, когда некие перемещения. Да. Ну, то есть, грубо говоря, так вот... Вариативность, да, небольшая. Подводя итоги, то, что Акбарс действует в большинстве, может быть, слишком классически, слишком академично, что уже всеми разобрано, и все знают, как против этого бороться. Да, четверки сейчас играют очень активно, четверки играют на коротких отрезках, постоянно блокируя броски. И в такой схеме, когда подвижность и защитников, и всей пятерки не очень велика, перекрывать все эти позиции четверкой, которая уже научилась играть в очень активный оборонительный квадрат, гораздо проще, нежели, ну, в той же схеме, которую применяет СКА, да, с большой вариативностью, с большим количеством и диагональных передач. Но для этого необходимо и высокое индивидуальное мастерство, когда отдаешь через три клюшки. Но... Что сказать? Но мы отмечали, да, что индивидуально... СКА тоже не сразу пришел к этому моменту. У них были проблемы по ходу первых трех матчей в серии ЦСКА, и они только потом опустили шайбу вниз на лицевую линию и стали поднимать ее, разворачивать всю четверку спиной в поле. Ну, вот, подводя итоги, выделили и слабые, и сильные стороны обеих команд. Как вот можно сейчас спрогнозировать, как эти слабые, и сильные стороны поведут себя при встрече непосредственно друг с другом? Это очень трудно прогнозировать. Но, во-первых, это то, что было, то, что позади. То есть предыдущие команды, там, если мы говорим об Акбарсе, это Автомобилист, Авангард, Сибирь, ставили определенные задачи перед Акбарсом. Допустим, не играя настолько агрессивно, ни Автомобилист, ни Авангард, ни Сибирь не позволяли слишком агрессивный хоккей против Акбарса, да, опасаясь всегда получить быструю контратаку, поскольку в активном хоккее всегда больше риска возникновения контратака. Акбарс очень хорошая контратачная команда в том числе. Допустим, СКА в этом смысле может заставить играть Акбарс в более, скажем, больше обороняться, да? Еще больше обороняться. И СКА может заставить затруднить выход из зоны, ну, своим давлением тоже. Какие возникнут из-за этого проблемы? Допустим, у Акбарса не было проблем с
большим количеством удалений по ходу всех серий. То есть предельно дисциплинирован. Mm-hmm. Больше 4 удалений было один раз. Вот, во всех и они матчах, проиграли этот матч. И они тот матч проиграли, было 6 удалений. А Акбарс проиграл, не пропустив в том матче голов в меньшинстве. А больше 4 удалений, на мой взгляд, это та критическая норма, где Акбарс начинает пропускать. И в этом смысле СКА как раз та команда, которая может заставить удаляться больше, поскольку и большее количество индивидуально сильных мастеров, и большая возможность обыгрывать один в один и выигрывать единоборство. Поэтому мы пока можем только рассуждать, что будет на практике. Новые задачи друг перед другом, новые аргументы, и могут вылезти те болячки, которых мы не видели в предыдущих сериях, и появятся новые герои уже в этой. Ну что ж, мы продолжаем ждать. 11 апреля, уже послезавтра, начало финальной серии. Еще много о ней будем говорить и перед матчем, и завтра. Так что продолжайте смотреть КХЛ ТВ. Сегодня на этом все. Александр Байков, Андрей Юртаев. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Всего доброго. До завтра.